Ну, мы не можем сегодня с тобой не сказать о своих комфортных ощущениях и празднике, которые женщина получает, надевая такие яркие вещи. Встречайте самое удивительное предложение сегодняшнего дня – туника Классо. И я, глядя на Арину утром, тоже примерила на себя эту стильную вещь. Хочу поделиться с вами своими комфортными ощущениями, это очень важно. Поэтому я понимаю сегодня многих женщин, когда они говорят: девочки, мы выбираем сегодня и красоту, и комфорт, а мы еще сегодня с вами выбираем обновленную фигуру. Сделать это очень легко и просто, а вот как, мы расскажем прямо сейчас. Сейчас мы раскроем все секреты, а я пока расскажу, что это специальное предложение дня. 1999 рублей за брендовую тунику Классо. Посмотрите на эти цветы. И ведь это действительно бренд Лавира, который мы все очень и очень любим. 1100 сегодня ваша экономия, а также не забывайте, можно добрать корзину до бесплатной доставки. Когда впервые туника Классо появилась в нашей программе, у нас было представлено 6 расцветок. Сейчас, к сожалению, остается только 4. Это еще раз подтверждает популярность этой модели среди наших женщин. Не упустите свой шанс стать очаровательной сегодня. А в этом вам поможет принт. Здесь мы видим темно-синий цвет с тюльпанами. Вы заметили, что оттенок лайм делает нашу тунику Классо невероятно яркой, а белоснежные тюльпаны делают ее нарядной. Если вы все-таки ищете нарядную блузу, сливочный цвет и цветы сакура. Мне очень нравится, как украшают цветки нежности нашу тунику. Арина выбирает сине-белый вариант, а я выбираю свои любимые оттенки малины в сочетании с сиреневой юбкой. Вам понравился мой образ? Тогда мы напомним вам, что на мне еще и стильная юбка Макси, которая появится в нашей программе немножко позднее. Как называется юбка, уважаемый продюсер? Георгия. Ну что ж, обратите внимание на посадку. На мне размер в размер. И я хочу вам сказать, что если вы все-таки любите носить комбинированные ансамбли, юбки или брюки, берите размер в размер. Если вы любите носить и предпочитаете брючные ансамбли, тогда как на Арине выбирайте на размер больше, и ваша туника будет длиннее и свободнее. Ой, как приятно же, действительно, такая приятная ткань. Но сейчас мы о ней поговорим с вами подробнее. Давайте посмотрим, что выбирают девчонки вместе с нашим специальным предложением. Ну, как я и сказала, Ольга выбирает сегодня для себя тунику Классо синего цвета и под лаймовые зеленые листочки от тюльпанов. Оля подобрала юбку Георгия зеленого цвета. Тоже выглядит очень оригинально и стильно. Если вы собираетесь на работу и все-таки у вас дресс-код, вместо бриджи Палермо я предлагаю выбрать брюки Майами. Длинные зауженные брючки классического кроя. Вы легко подберете любую расцветку из 9 к нашей тунике Классо. На Ксении туника Классо выбрана на размер больше. И я еще раз советую вам, для тех, кто любит брючные ансамбли, выбирать тунику Классо на размер больше. А для тех, кто, как Ольга и я, выбирают сегодня стильные юбки Макси, лучше выбрать тунику Классо размер в размер. Ксения выбирает наше специальное предложение дня с брюками Майами, и это бесплатная доставка, как и образ на нашей Ольге. Выбирайте, экономьте, торопитесь, потому что, ну, к обеду точно закончатся наши туники и некоторые расцветки, а также размеры. Торопитесь, ведь такое предложение в магазинах не встретишь. Давайте поговорим о ткани. Ой, давайте. Мы очень много говорим о том, что Ирина Кулакова привозит ткани из Арабских Эмиратов. Мы знаем, что там жара и невыносимые условия иногда для пребывания на солнцепеке. Здесь вам помогает вискоза. У вискозы один очень важный плюс – сходство с шелком. Это шелковистая текстура. Но в отличие от шелка, наша вискоза обладает прочностью. И это делает наш материал уникальным. Мы можем носить его 10 лет, и наша туника не потеряет красоты и яркости цвета. И еще один плюс. Сегодня с вискозой, с вискозным волокном добавляют тонкую лайкру. Это невидимое волокно, которое позволяет нашей тунике, во-первых, хорошо садиться на фигуру, обладая эластичностью, такая вещь никогда не потеряет своей формы. И потом, хочется передать вам ощущение комфорта. Да, легкая прохлада, легкость, невероятного ощущения счастья, потому что в этой тунике вы напрочь забудете, что такое жара. Ну и, конечно же, мне нравится, что эта туника скрывает секреты моей фигуры. Вот это здорово, действительно, от 50 до 64 размера. Специальное предложение дня, которое ждут наши постоянные телезрители. Начинайте знакомство с нашим телеканалом именно со специального предложения дня, именно сегодня.
Это бренд Lavira. Выбирайте. Я выбираю для себя белый воротничок. Смотрится очень торжественно. Если вдруг у вас впереди волнительное событие, выбирайте такую тунику. Она украсит вас. Но Света нам сказала про секреты стройности. А что же делает, создает такой эффект, Света? Ну, во-первых, мы сказали про вискозу. Хочется еще раз заметить, что вискозные ткани обладают уникальным свойством маскировать неровности женского тела. У вискозы есть плюс сходство с шелком, как я уже сказала, и этот сатиновый блеск убирает все лишнее. Дальше, подплечники. Для тех женщин, у кого широкие бедра, они уже знают этот секрет. Мы чуть-чуть подплечниками раздвигаем линию плеча, делая изящной линию талии и бедер. Поэтому обратите внимание, моя спинка стала не только ровнее, но и формы стали более изящными. И я хочу сказать, что здесь у нас с вами арки, вертикальные линии и, конечно же, декоративная зона застежки. Вот здесь я бы остановилась поподробнее. Вертикальные линии, богато украшенные пуговицами, это не просто эстетика, это не просто декор. Это еще и важный секрет того, чтобы сделать ваш бюст аккуратнее. Всегда такие вещи работают на нашу стройность. Помните об этом, мои дорогие. И ни от кого не уйдет от вашего взора, конечно же, секрет красоты перламутровых пуговиц, украшенных серебром. Слушай, Света, вот у меня у знакомой очень богатая верхняя зона, да, богатый бюст. Как ей подобрать размер и сядет ли наша туника? Конечно, сядет. Хочется сказать несколько слов про вискозу еще раз напомнить. Это эластичная ткань, поэтому твоей знакомой будет очень комфортно. Но немаловажную роль здесь играет еще и зона проймы. Ксюшенька, покажи, пожалуйста. Мне нравится, что эластичная ткань и свободная зона вточного рукава подарят женщине свободу. Нигде ничего не сковывает. Поэтому для обладательниц пышных форм я все-таки, Орешенька, советую, если она любит свободную любит, зону, да, выбрать на размер больше. А для обладательниц аккуратных форм, это бывает у типа фигуры груша, верх более изящный, выбирать размер в размер. Легкая, свободная, стильная. Вы будете такая в тунике классо. Когда вы наденете эту тунику, вы поймете, о чем мы со Светой говорим. 1999 рублей. Специальное предложение дня. В течение суток это самое выгодное предложение на телеканале Shop & Show. Поэтому не упустите свой шанс. Звоните прямо сейчас и делайте свой заказ. Быть может быть, свой первый заказ на телеканале Shop & Show. Свет, давай расскажем, как будем ухаживать за нашей туникой. Все очень просто. Наш материал очень комфортен, и я хочу сказать, что даже после стирки нашу тунику можно не гладить. Я за это люблю вискозу. Она не требует какого-то определенного ухода. Стирка при температуре 30 градусов. И помните, что вы экономите время и не гладите эту вещь.